неважно, есть у вас деньги сейчас на СММщика, нету, то есть главное делать. Инстаграм, это такая, казалось бы, игрушка, но это основной инструмент по получению прибыли вообще. То, что вы видите, да, это вот должностные инструкции для партнеров, для сотрудников. Изначально вообще я шла просто на энтузиазме каком-то, да, там на вот этом доказательстве, там, в себе, людям, там, в семье, что я смогу, у меня получится. Катя Малькова – предприниматель уникальный. Эта нежная девушка решительна как полководец и эмоционально как тысячи блондинок. Она сочетает в себе безумный креатив с холодным расчетом, умеет быть требовательной и вместе с тем душевной. Все, мы начинаем, да? Все, погнали, окей. Основатель федеральной сети салонов эпиляции и коррекции фигуры, оптово-розничной компании по продаже косметики и создатель собственной сети франшиз, начала свой бизнес вовсе не как бизнес. Причиной стал вопрос интимного характера. Я на тот момент искала для себя какой-то метод, способ, как это, короче, все дело убрать. И я нашла такой метод, как лазерная эпиляция. Я нашла студию, одну из там топовых в городе. Мне говорят, вот там за определенный комплекс, там 15 тысяч рублей, там все, у вас все будет классно. Мне проводят процедуру, я такая счастливая, думаю, вот классно, все, мечта сбылась, я эти 15 тысяч реально копила. И мне говорят, процедура курсом проходит средний минимум 10. Как 10? Типа, это же, что значит, там 150 тысяч рублей, мне нужно где-то найти в течение года. Я думаю, а что если я куплю этот бэушный аппарат? В течение года я сделаю себе сама процедуру там дома. И потом, например, продам его там за 250. Я поехала, посмотрела, меня девочка все научила, показала. Мы еще поторговались, как обычно, но я же в продаже, да. То есть у меня не было вообще на тот момент мысли о заработке, о том, что это будет моим бизнесом. Это было просто решение собственной проблемы. Я начала тут же проходить различные обучения, как бы изучать. Я начала звонить по всем конкурентам, я начала ходить, смотреть, как они работают, что они делают. Ночью поехала, купила на Авито кушетку за 3000 рублей, заехала в круглосуточную аптеку, купила одноразовые вот эти перчатки, хлорги. Да, расходники, там буквально на одного человека. Ко мне реально в 8 утра пришел первый клиент. И таким образом у меня за полгода начала формироваться какая-то база. У меня там 2, 3, 5 клиентов в день, там еще что-то, чуть больше. Потом у меня подруга, она медик. Она говорит, с удовольствием подменю тебя. И у меня появились первые сотрудники. В течение года все шло как по маслу. Коллектив пополнялся, клиентов становилось больше, но жизнь заставила научиться вести бизнес по всем существующим правилам. Потом был кассовый разрыв. Почему? Да? Потому что не было там внедренного управленческого учета, неправильно мы считали деньги, то есть не распределяя. Думаю, что мы все вот эти миллионы, которые там считают, это все мое, да, там они деньги компании. А практика без знаний – это невежество. Вот. Я поняла, что для того, чтобы развиваться, нужно учиться. Я начала очень много учиться. То есть я пошла на различные там бизнес-тренинги, бизнес-курсы. И когда я начала учиться, у меня жизнь просто повернулась колоссально. То есть меня стали приглашать выступать спикером в Москве. 6 часов с разбором бизнеса, то есть по аудитории 14 тысяч человек в онлайне. Я была на сцене Олимпийского трансформации, стояла на сцене. Это такие моменты, которые ты думаешь, если бы ты не рискнул, да, когда-то, то этого бы всего не было. То есть если бы я когда-то не придумала себе поехать посмотреть на Авито аппарат, вероятнее всего, я бы не стояла сейчас здесь, да. Меня бы не окружали там люди, долларовые миллионеры, которых не было никогда в моем окружении. Что же до социальных сетей, они всегда присутствовали в жизни Кати. Только отношение к ним менялось от бытового к профессиональному. Откуда появились первые клиенты? Да? Я всегда всем девушкам говорю, если у вас в телефонной книге, либо там в подписках где-то есть 100 контактов, вы миллионер. Все, только нужно научиться теперь с ними работать. Я вообще замучила всех своих друзей. Я всех достала. Я вообще просила, там, пожалуйста, сделайте репост. Мы все репостили, а меня не было, было за кадром. Но как только я показала свое лицо, кто я, что я, уровень доверия и лояльности максимально, он прям квантовый скачок начал расти. Почему? Потому что люди покупают у людей. И даже несмотря на то, что Катины соцсети ведут несколько специалистов, она все равно готова выслушать мнение Анны и Лины из агентства ProPR Media. Я 3 года вела полностью сама. Я и до сих пор продолжаю вести сама эти социальные сети. Пост это фотография, там красивая, отредактированная, да, там может быть профессиональная, там еще какая-то. Или какой-то там текст, который ты вот там пишешь, стараешься, там, чтобы как-то людям понравилось. А сторис ты живой, ты настоящий. То есть это инструмент. Мы начинаем работу с аккаунтом Impuls Laser по шапке профиля. Единственная рекомендация о продаже франшизы. Этого в шапке нет. По актуальным историям. Здесь мы заходим в иконку студии. Здесь мы видим просто обзор студии. Да. Больше за кулисы, да. То есть, а хотелось как бы клиенту, вот в студии я бы хотела увидеть вход, парковку. Иконка обучения. Тоже хотелось бы видеть
больше информации именно по обучению. Но я не вижу даже прайса на это обучение. Кнопка «Написать WhatsApp». Опять же, такой вопрос, непонятно, кому мы пишем WhatsApp. Написать администратору, либо вот какое-то слово, которое приведет к какому-то определенному лицу. Всегда, когда вы хэштеги используете, вы смотрите на их частотность. Хэштеги мы бы рекомендовали не использовать высокочастотные, такие как розыгрыши. Хэштег розыгрыши имеет 295 тысяч публикаций. Вы просто не попадете в топ. Тогда публикуйте розыгрыши Челябинск, вот опять же, розыгрыши Екатеринбург. Я нахожусь в такой коробочке, где я вот это все вот знаю. А очень тяжело иногда выйти из нее, посмотреть на свой проект со стороны, да, привлечь какие-то другие экспертные мнения. И потому что, ну, может быть, они сейчас что-то такое найдет, нащупают, да, что нам будет там генерировать дополнительный трафик, да, может быть, там более лояльность какая-то повысится. Вот поэтому я только за. То есть я за то, чтобы посмотрели другие люди. Кстати, за несколько дней, что специалисты из ProPR-Media анализировали аккаунт «Импульс Лазер», Катерина успела открыть еще один бизнес – студию йоги и стрейчинга «Импульс Стрейч». И уже буквально на следующий день после вечеринки по случаю открытия и трехлетия со дня рождения первого салона состоялась итоговая встреча в рамках проекта «Инстачек». Аккаунт «Импульс Лазер» из местного аккаунта, который работает только по Челябинску, переходит на масштабы других городов России. Мы сделали акцент именно на федеральную сеть франшиз, что это продажи идут по всей России и миру. Соответственно, мы это указали в шапке профиля. Теперь клиент, заходящий на аккаунт «Импульс Лазер», он может не только стать клиентом, он также может стать партнером, то есть посмотреть в весь бизнес изнутри, понять процессы бизнеса и сделать свой салон не хуже салона в городе Челябинск. Также я хотела бы добавить, что федеральная сеть франшиз, когда написано в шапке профиля у «Импульс Лазера», который находится в городе Челябинск, она важна не только для тех людей, которые хотели бы приобрести франшизу, а также для клиентов, так как у клиента доверие увеличивается от того, что «Импульс Лазер» находится не только в Челябинске, и они расширяются, не сами открывают, а уже продают франшизы как готовый бизнес, соответственно, им люди доверяют. Это очень важно, всегда привлекать извне экспертов, потому что вот эта зашоренность, она очень часто мешает расти. И слышать мнение других людей – это важно, потому что в бизнесе нужно быть готовым.